Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на 12 января 2022 года по данным Управления Роспотребнадзора была осложнена зарегистрированным завозным случаем новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом омикрон. Это жители республики, вернувшиеся с отдыха с одной из зарубежных стран. Отмечают, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод. Непосредственно был выявлен сам случай инфекции и, соответственно, значит, предприняты все меры, которые определены 16 декабря по плану главы Республики Саха-Якутия по предотвращению распространения нового штамма омикрон. На сегодняшний день установлен круг контактных лиц. Контактными лицами выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Медицинские работники поликлиники начали осмотр и забор анализов у контактных лиц. Подготовлена отдельно изолированная палата в инфекционных стационарах и развернут соответствующий обсерватор. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, учитывая ситуацию, осложнившуюся, еще раз обращаем ваше внимание на необходимость санитарно-эпидемиологических требований, установленных указами главы Республики Саха-Якутия. На настоящий момент главой Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым принято решение о проведении оперативного суженного оперативного штаба по недопущению и предотвращению новой коронавирусной инфекции сегодня, на котором будет заслушан доклад то, что уже на настоящий момент сделано, исходя из этих двух новых случаев, и, соответственно, предпринят ряд мер, направленных на то, чтобы не допустить широкого распространения данной инфекции. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы продолжаем приглашать вас в наши пункты вакцинации и, соответственно, заботиться о собственном здоровье. На настоящий момент наиболее важным для нас, для всех, с учетом сложившейся ситуации, является прежде всего соблюдение тех норм и правил, которые были установлены.